Сегодня проведение клубных вечеринок – это целая наука. Но мозырские ночные развлекательные заведения давно доказали отличное знание предмета. Вот и столичный проект Guarda Label Night недавно вновь порадовал местных тусовщиков мероприятием, неограниченным географическими рамками и шаблонным мышлением. На прошлом туре побывал в Мозыре, мы уезжая отсюда, все ехали в состоянии. Причем, я скажу по секрету, Мозырь был черной лошадкой. А по итогу получилось так, что в Мозыре была одна из самых, пожалуй, за прошлый тур. Запоминающихся. Реально, это было очень круто, куча людей. Потому что народ пришел, и мы не слазили со сцены. Это была такая вообще, я надеюсь, что если... А учитывая специфику клуба, потому что в те же областные, когда мы приезжаем, там большие клубы, как в Гродно, как в Витебске, большая сцена, большое расстояние между тобой и зрителем. Здесь же, в Мозыре, в Петербургском клубе, прямо непосредственно перед зрителем, и это добавляет все больше и больше. Рыбакин и Бонд – одни из самых востребованных ведущих страны. Выступая на самых разных площадках Беларуси и соседних стран, они откровенно признаются – молодежь в клубах небольших городов всегда более живая, чем в тех же столичных заведениях. Я не вижу отличия. Какая разница, где родился человек? Есть, пожалуй, единственное отличие, которое чем меньше город, тем больше люди, которые приходят к нам на вечеринки, отдаются. Тем более искренне они пляшут, скачут, веселятся, кричат, не знаю, поют и так далее. Люди, которые областные города, в частности столица, как вот сказал Артем Андреевич, они избалованы, они же насмотрелись разного, хотя, опять же, ну, сейчас столица – это вообще отдельный разговор. Она местами избалована даже не по, знаете как, амбиции, больше возможностей. То есть огромное количество заведений, а людей, которые ходят в эти заведения, не так много. Как оказалось, топовые виджеи – эксперты не только в качественном составе клубной публики, но и в эмоциональном заряде, получаемом от нее. Говорят, на вкус и цвет все фломастеры разные. Самая жизненная, пожалуй, истина – на вкус и цвет фломастеры разные. Невозможно нравиться всем. У нас в жизни, и учитывая, что мы артисты, всегда получается, да, что да, есть много людей, которым нравимся, которые хотят нас видеть, которые хотят нас слышать и веселиться с нами, но всегда находится 1, 2, 3, 5, 10, 15 людей, которые будут ходить. Неважно, по каким причинам, будь то из зависти, будь то... Да даже если нет причины, даже если они будут все равно негативить. Яркие эмоции, мощный звук, свежие басы и дикие танцы. Так сегодня развлекается мозырская молодежь, для которой вечеринки – это заключительный аккорд рабочей недели. Команда «Guarda» на этот раз постаралась перевернуть впечатление о клубной жизни у каждого гостя. Вообще, там смысле на небольших клубах работать сложнее, но, опять же, мне там смысл приятнее, потому что реакция, эмоции непосредственно на людей, ты их сразу же чувствуешь, сразу же получаешь. Если кому-то что-то не нравится, то сразу же это... Да, и плюс для ведущих, когда как раз-таки небольшая публика, ты можешь абсолютно варьировать то, что ты делаешь, исходя из того, как реагирует каждый человек. Ну и пришел тот возраст, и тот момент, и тот, наверное, статус артиста, когда и есть возможность, и главное, есть желание не только в столице или где-то там в области делать. Это точно я вот ждал городов, райцентров, как бы так, маленьких городов. Небольших городов, да. И Мозырь для нас, мы реально ехали в автобусе. Мы ехали, да. Ой, Мозырь, круто, да, здорово. Особенно после того, как съездили в прошлый раз сюда. А сотни молодых жителей нашего города каждую неделю с нетерпением ждут пятничный вечер. Красиво, стильно, экспрессивно и непосредственно. Вот основные ингредиенты профессионального клубного коктейля, который они потребляют в это время. И хочется верить, что он действительно идет им на пользу, снимая ежедневный стресс, но не превращая всю жизнь в сплошную вечеринку. Екатерина Юрченко, Андрей Чернов, Вячеслав Приписной, телеканал «Мозырь».